Спортсменка из Кубинки Осман Делибаш завоевала серебро международного чемпионата по зимнему плаванию «Карелия-2022». Местом проведения соревнований стала акватория Онежского озера. Для заплыва прорубили огромную прорубь и построили бассейн на 10 дорожек. Осман выступила на дистанции 200 метров брасом. Еще один житель Кубинки Сергей Гурьев занял 4-е место, улучшив собственные результаты.